Друзья, вот я шел к морю. И здесь увидел вот такой красивый водопад. Как чашка перевернутая. Здесь сверху он голуби. И здесь вот надписи. На берегу бухты, основанные в 6 веке до нашей эры, древнегреческое поселение Торик. В 1 веке до нашей эры римская гавань Пагры. В 6 веке византийская гавань Ептала. По Адриатическому мирному договору 1829 года на берегу Геленджикской бухты построено первое русское военное укрепление Черноморского побережья. 1831 год, ребята, это основание города Геленджика. В 1900 году открыт первый санаторий Сульжинского. В начале 20 века Геленджик посетили писатели Короленко, Горький, Шагинян, Паустовский, Маяковский, Пастернак, Серафимович, Гайдар. А в годы Великой Отечественной войны 41-45 Геленджик – прифронтовой город, место формирования десантов на Малую Землю, обеспечение обороны Новороссийска, город-госпиталь. С 1970 года Геленджик – всесоюзный курорт. В 2004 году заседание Президиума Госсовета с участием президента РФ Владимира Путина о развитии курортов России. А вот из самой древней эпохи. Раннее политическое поселение Геленджикское относится к Кошельской эпохе Нижнего Палеолита. Возраст около 200 тысяч лет. Один из древнейших археологических памятников Кубани. И вот завершая обход этого фонтана, дольмен, культовое сооружение.